Чё? А ничего! Тот оказался вообще не прокурором. Я ему так жути нагнал, что он мне даст аж 5 000 баксов, а не 3. Ну вот, отлично. А ты переживал, блин. Короче, 2 штуки баксов оттуда возьми себе. Остальные мне занесешь завтра. Видел эту? А не 3 000 баксов, понял? Ты чё? Чё-чё? Ничего лишнего. Только жизнь, брат. Чё, решил меня подставить, да? А? Я Мура Легавый, а ты лошара. Ну ты зря так, Мура. Зря. Завтра пойду, на 5 000 баксов что я куплю, а на сдачу медитую совесть куплю. Мура, это, ты же мне 1 000 баксов дашь, да? Я же тебе помог же, братан. Ну, а мне то, братан, тебе чисто от души 200 баксов нормально же? Что там? Медит? А братан, ты же боевая же, блядь! Эра, извините, пожалуйста, скоро откройте дверь, пожалуйста. Я сейчас открою, спущусь и гуд там, и тебе самому скорая понадобится. Иди нахуй отсюда. Мы сотрудники скорой помощи. Несмотря на нашу сложную и ответственную работу, нас не всегда уважают. Так, погодите, пацаны. Эти ушатающие. Вы что так долго? Как всегда, люди начали жаловаться, что мы вечно приезжаем не вовремя. Как раздумать скорой помощи? Ничего! Вас где таких балбесов нашли, а? И ты, и я вечером отдохнем? Пойдемте. Не, ну я обещаю, Кенсин. Пошел вон. Шеф, вызывали? Путан вызывают, я приглашаю. Приглашали, шеф? Ты у нас кто? Опер, да? Или следователь? Просто я забыл. Я дежурный, шеф? Тогда какого х**а ты занимаешься не своим делом? Не понял. Все, ты понял, гнида! Ты зачем людей разводишь на ровном месте? Мне вот сверху звонят и говорят, что какой-то Мура из Чапаевского УВД шути наводит, еще вымогает деньги у какого-то Арсена. А, Арсен, шеф, я все объясню. Не надо ничего объяснять, не надо. Ты этому Арсену объясни. И вообще близко к нему не подходи, забудь про него, понял? Есть. Понял? Есть, шеф. Я там попросил, чтобы тебя не трогали. Но это первый и последний раз, Мура. Если еще раз узнаю, битыми бритвами. Есть битыми бритвами. Иди делай. Разрешите, шеф? Да. Иди. Все уже нормально. Мура так больше не будет делать. Все, спасибо, шеф. А то этот, он же сам дров наломает, знаете же. А что этот Арсен, блин, в прокуратуру заявление не стал писать? Еще одна просьба, шеф, ему не говорите. О хорошем же не говорят, жахслов-то пойдут, знаете же. Да, конечно. Ты это тоже молодец. Услай, блин, карту уже не мир. Там это, с этим Арсеном сам решил, чтобы он кипиш не поднял. Все, хорошо, не переживайте, шеф. Иди. Все, как договаривались, 4 000 баксов. Вот. А Мур бы 5 000 взял бы. М? Все, давай. Ты-то больше не делись ни с кем, а то видишь, сколько терпел.